Ну что, девки? Целая квартира, Абрам. Ну не верьте в этим. Бля, я мужикам не верьте никогда. Никому никогда не верьте. Не могу спать спокойно. Пока продукты мерзнут в холодильник. Я тут такое знала, такое знала. Опять траур на меня. То пирожков не дают поесть. Короче, моя-то это. Михалыч-то себе новый нашел. Ой, Семен, как мы будем теперь жить? Как? А стресс чем надо снимать? Чем-то надо снимать. Надо что-то жрать. Жрать что-то надо. Не засну. Иди, проклятуйший. Любимчик. Люблю, люблю. Вот тебя все люблю. Бляха-муха. Что за проклятие такое? На меня навалился. Это все вы завистники, по моему счастью. Вот она что, последняя капуста. Указываем платошки. Вот так. Мне кажется, настоящая женщина всегда должна стоять. Холодильник запотевший, вот такая запотевшая дура, учитесь, и пить-то нормально. Пьете теплую эту гадость, видеть не могу. Ты берегла пиро, Абрам, канал закрой, тебе не пени, надоели, хейтер проклятый. Ой. Ну как капусту последний раз засолили, я вам покажу. Ой, проклятуша, водка все, она напился. Вот что тянется-то как. Не буду наливать много, сейчас скажете, опять пьющая. Не верьте мужикам, девки. Короче, вот так вот, ой, что-то у меня все валится, ой, ёпта. Извиняюсь. Не могу спать спокойно-то. Ой. Девки, не верьте никому. Доверяйте себе. И водки я ушла в запой. Смотрю, ты там без меня сына сдала, но... Скажи, что ты еще трусиков не носишь. Не носишь? Ух ты. Да ладно. Мои руки нежно скользят по твоим платьям. Ух ты, как я люблю тебя. Как я люблю твой круг. Ух ты. Твои губы, у меня губы какие-то. Почему это сразу? Я комплименты не делаю. Я его за тебя не любил. Ну, по-твоему не любила, по-моему, любила. Ну а что? Что мне мешает заняться сексом? Кто я не женат? Ну и что? А ты что? До меня девственность хранила? А, ты не такая, да? Ну, слушай. Ну что? Ты совсем не ничего не любишь? И, извиняюсь, вот этого верхнюю сбруйку ты не носишь. Вот ты. Слушай, давай я к тебе приеду, в группу тебя поцелую. Да. Ну, не только в группу, если ты хочешь. Ну, почему бы нет?
Слушай, а что ты ко мне все время пристаешь, жена? Это Глаша, ошибка моя. Господи, боже мой, ну что ты прямо вот вцепилась? Ты что, никогда ошибок не делала в своей жизни? Ну конечно, ты же святая. Что? Ну что мне такси вызывать? Ты готова? Ты потекла? Ух ты! Я выезжаю, что ли? Правда. И ты ждешь? Что мне с собой брать? Мартини? Ну хорошо, купи мартини. Хорошо. Ну как скажешь. Что значит я пропал? Куда я пропадал? Я всегда с тобой общался, разговаривал. Куда я пропадал? Ну и что? А ты что, замуж не выходила ни разу? Ну ты даешь, мать. Ну ты даешь. Ничего. Ну блин, ну вообще, ну ты же. В общем, давай. Говори, что нам купить, и я бегу к тебе. Хорошо, я уже про мартини понял. Да? Вот я что там, пинчок есть? Есть? Ну хорошо, я тебе мартини куплю. Коктейль какой-то? Да ладно, ты что будешь? Мартини коктейль какой-то купить? А, ну все, понял. Чего разбавить? Понял, понял. Хорошо, конечно. Покушать колбасу? Ну хорошо, хорошо, колбаску. Окей, давай, зайчик, давай, давай, моя сладкая. Давай, обнимай, я соскучился прям до слез. Ну вот лежу, что ты переживаешь прям? Да ладно, ты, ну вот, скромняшка. Застеснялась. Давай, выезжай. Вот, короче, я вам показала, какую историю я застала. Девки, проверяйте, ставьте скрытые камеры везде дома. Иначе уйдет тут мужиков. Я уж не знаю, разводиться, нет? Пойду посплю. С вами была Глафира Абрамовна. В травмном образе. Который больше ничего плохого не посоветует. Ставьте лайки, дизлайки. Может, последняя встреча. Убьюсь, наверное, от любви. До свидания.